Дорожники приступили к ремонту внутридворовых дорог. Работы идут возле домов 8 и 8А по Ленина. Здесь полным ходом работает тяжелая техника. Старое разбитое дорожное покрытие убирают и вывозят. В скором времени начнется укладка нового асфальта. По данному двору очень много было обращений от жителей. Здесь творилось не пойми что. Здесь как бы и машины заставляли на газон. Вот. Было обращение депутатов в администрацию. И сделали проект совместно с архитектурой. В этом дворе появится также асфальтированная автостоянка и новые тротуары с бордюрами. После этого тяжелая техника переместится на улицу Новую. Все это делается в рамках городской программы по асфальтированию дворов и улиц. На нее должны потратить более 55 миллионов рублей. 9 из них областные средства уже освоены. Всего предусмотрен ремонт 24 объектов. Сюда войдут также проспекты и прилегающие к ним тротуары.